Я стал самозанятым год назад, получается, когда это только-только вышло. Еще никто об этом не знал, даже когда меня просили. А когда я говорил, что вы можете мне отправить на мой счет, как НПДшнику, они говорят, что НПДшник, кто самозанятый? Извините, мы таких слов не знаем. Налог на профессиональный доход. Это всего лишь нужно скачать приложение, отсканировать свой паспорт, ввести данные, и все. Тебе приходит смс-ка, по-моему, через полчаса, чтобы вы стали самозанятым. И чтобы у меня был хотя бы какой-нибудь счет на моей банковской карточке. Но если бы я жил в регионе, в котором нет возможности стать самозанятым, наверное, бы я не стал бы самозанятым. Хотя тоже... Нет, если бы у меня была прописка казанская, но я бы жил где-то в другом регионе, где нет этой возможности, я бы, наверное, стал самозанятым. И мне бы присылали бы денежки на мой счет. Я бы платил налоги с них. Никак не носить. Я считаю, это их выбор. Если они не хотят дополнительного дохода от возможности самозанятого, ну это... Ну ладно, хорошо. Нет. Ну я не согласен с этим. Человек сам выбирает, платить ему налоги или нет, если он, так сказать, работает сам на себя. Но, с другой стороны, те, кто не становится самозанятыми, они просто себя лишают возможности дополнительного дохода. Потому что если ты стал самозанятым, это не значит, что тебе... Нет, конечно же, значит, но это не значит, что ты обязан с каждой покупки, точнее, с каждой своей услуги, например, ты снял день рождения своему другу, ты у него взял деньги за эту работу, и ты с этого должен заплатить налог? Нет. Ты просто берешь у него деньги, и это проходит мимо кассы. То есть и таких маленьких работ очень много, я считаю. Поэтому самозанятости, я думаю, это нужно только для тех, кто очень часто работает с юридическими фирмами.